Лайфхак у меня именно такой, то есть я всегда, то есть у меня есть всегда мои хэштеги, это юху. Я иду жизнью с позитивом всегда, я как бы себя программирую на то, что у меня будет все хорошо, юху. Даже если у меня не всегда хорошее настроение, то я всегда ставлю этот хэштег и позитивно как бы иду по жизни. Поэтому у меня все всегда получается, во мне очень много энергии, всегда спрашивают: «Юлянка, откуда у тебя в тебе столько энергии?» А вот потому что я себя настраиваю, я разговариваю, я иногда шепчу себе что-то. Там иногда у меня там чешется рука, я приговариваю там деньги, то есть у меня там своя там такая специфика, и они действительно потом ко мне приходят. Есть маленькие такие женские уловки, хитрости какие-то, которые женщина должна пользоваться, мне кажется, и у каждой должно быть не только у женщины, а еще у каждого человека.